Саратовская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии за последние 23 года. Она составила 6,9 миллиардов киловатт-часов. На увеличение выработки сказались благоприятная гидрологическая обстановка, эффективное планирование водно-энергетических режимов и высокий профессионализм гидроэнергетиков. Саратовская ГЭС вошла в число победителей муниципального конкурса «Щедрое сердце». Поддержку гидроэнергетиков в прошедшем году получили 18 организаций и предприятий. Саратовская ГЭС провела презентацию альманаха «Хочу все знать». Эта акция прошла одновременно в 22 регионах России. Свыше 3000 подарочных экземпляров сборника «Росгидро» направила в российские библиотеки. В Балакове презентация прошла в формате интеллектуального шоу с участием восьмиклассников 9 городских школ. При поддержке Саратовской ГЭС в Балакове был реализован проект «Безопасный пешеходный переход». На средства гидроэнергетиков закупили 128 светодиодных светильников для установки на 98 пешеходных переходах. На покупку светодиодных светильников с повышенным световым потоком и длительным сроком службы Саратовская ГЭС направила 1,5 миллиона рублей. В рамках крупного инвестиционного проекта завершена модернизация силового оборудования блока 6Т и гидротурбины номер 21. Параллельно с работами по замене гидротурбины специалисты ГЭС и подрядных организаций вели работы по модернизации блочного трансформатора номер 6. Это последний, 9-й по счету, обновленный блочный трансформатор из силового оборудования схемы выдачи мощности ГЭС. Окончание этого масштабного и долгосрочного проекта означает, что на Саратовской ГЭС теперь полностью обновлен тракт выдачи мощности. Силовое оборудование с улучшенными характеристиками на Саратовской ГЭС стало одним из самых современных и надежных среди всех региональных энергетических предприятий. Реализация сразу двух сложных инвестпроектов была проведена в рекордно короткие сроки. Ко Всемирному дню воды Саратовская ГЭС организовала 3 акции, приуроченные Году добровольца в России, массовые лекторы в школах, водный квест в бассейне и интеллектуальное шоу. Всего в акции «День воды» приняли участие свыше 1200 балаковцев. Половодье 2018 года прошло в штатном режиме. Несмотря на тревожные прогнозы, пик половодья 2018 года оказался средним по интенсивности и высоким по водности. Его пик пришелся на 24 апреля. Длительность половодья составила 52 дня. В Балакове прошел выпуск учеников энергокласса «Росгидро». Чествование выпускников прошло одновременно в 7 регионах России. На Саратовской ГЭС 11 выпускникам энергокласса вручили сертификаты об окончании 3-летнего образовательного курса Корпоративного университета гидроэнергетики. Саратовская ГЭС ко Дню защиты детей организовала сказочный квест для детей-инвалидов. В празднике приняли участие свыше 100 человек, более 50 детей с ограниченными возможностями. В организации благотворительного мероприятия активное участие приняли волонтеры города Балакова. Саратовская ГЭС установила абсолютный рекорд по выработке электроэнергии за 7 месяцев. 4,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – это наибольшая генерация за 7 месяцев за всю историю эксплуатации гидростанции. Это результат грамотного планирования водно-энергетических режимов и оптимизации ремонтной кампании при максимальной загрузке гидроагрегатов. Коллективный договор Саратовской ГЭС в 10-й раз признан лучшим в регионе. Всего в региональном конкурсе приняли участие 62 предприятия. Прошли тактико-специальное учение по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. В учениях был задействован личный состав нештатного аварийно-спасательного формирования Саратовской ГЭС, расчет ведомственной пожарной части номер 15 и профессиональное аварийно-спасательное формирование саратовского филиала «Экоспас». Для ликвидации условной аварии был задействован катер, боны и нефтесборочное оборудование.
Саратовская ГЭС в рамках благотворительной программы «Чистая энергия» оказала помощь 28 семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Им вручили электробытовую технику, приобретенную с учетом пожеланий родителей либо опекунов. За 11 лет практики оказание адресной помощи необходимую электробытовую технику от Саратовской ГЭС получили около 400 семей с особыми детьми. При финансовой поддержке Саратовской ГЭС в Балаковском парке оборудована уличная тренажерная площадка. На площадке под теневым навесом установлены 10 тренажеров для взрослых и детей. Проект реализован по благотворительной программе «Чистая энергия». Защитные сооружения Саратовской ГЭС признаны лучшими в Волоковском районе среди 12 предприятий. Победа в смотре-конкурсе присуждается Саратовской ГЭС на протяжении 8 лет подряд. На шлюзовом мосту города Балакова произведен ремонт автодороги. Общая протяженность отремонтированного участка 232 метра. Имя сотрудника Саратовской ГЭС Владимира Никонова занесено на районную доску почета. Владимир Никонов проработал на Саратовской ГЭС 27 лет, пройдя путь от электромонтера до начальника смены станции оперативной службы. За время работы на станции подготовил более десятка начальников смены станции и машинного зала. При содействии Саратовской ГЭС были спасены десятки редких животных, которые содержатся в вольерном хозяйстве «Теремок» Хвалынского национального парка. Станция по благотворительной программе перечисляет средства на покупку кормов и лекарств для животных на протяжении 6 лет. Одна из последних ярких историй – спасение детеныша косули, которого назвали Бенди. Балаковских учеников, дети сотрудников Саратовской ГЭС, Полина Горюнова, Алексей Смирнов и Макар Зубрилов прошли обучение в летней энергетической школе «Русгидро» в Новосибирске. В летнюю энергетическую школу зачисляют только лучших учеников энергоклассов из разных регионов России, прошедших конкурсный отбор. На базе отдыха «Лесная нимфа» прошел спортивный праздник для семей сотрудников Саратовской ГЭС. Работники ГЭС и их дети участвовали в разнообразных активных развлечениях и спортивных соревнованиях. Семейный корпоративный праздник закончился пенной дискотекой. При поддержке Саратовской ГЭС балаковские спортсмены-подводники стали призерами чемпионата Европы. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы по водным видам спорта в составе сборной России приняли участие и завоевали несколько призовых мест на чемпионате Европы по водным видам спорта в Венгрии. В составе сборной России честь страны защищали трое балаковских пловцов. Опытная спортсменка Мария Князева, юниоры Дмитрий Колояров и Алексей Смирнов, сын бухгалтера Саратовской ГЭС Елены Смирновой. По итогам соревнований балаковцы привезли по 2 медали каждого достоинства – золотых, серебряных и бронзовых. В акции «Оберегай» в Балакове приняли участие более 300 человек. Участники мероприятия за полтора часа очистили от мусора зеленую зону судоходного канала. Было утилизировано 30 кубометров бытового мусора, который вывезли на 5 машинах. Акция прошла в формате экологического праздника под девизом «Собери мусор и обменяй его на сувениры». Саратовская ГЭС приняла участие в месячнике по гражданской обороне. Заключительным мероприятием стало методико-практическое занятие. В холле служебно-производственного корпуса развернулась экспозиция средств защиты гражданской обороны. Представители служб и подразделений ГЭС приняли участие в конкурсных заданиях, отвечали на вопросы викторины ПГО ЧС и соревновались в скорости применения самоспасателя. Саратовская ГЭС вошла в число лучших предприятий Саратовской области, заняв призовые места в 4 номинациях регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». На Саратовской ГЭС началась активная фаза монтажа гидроагрегата номер 9 с новой турбиной, модернизированной в рамках контракта с австрийским концерном «Voith Hydro». Ввод в эксплуатацию обновленного гидроагрегата номер 9 запланирован на весну 2019 года. Саратовская ГЭС подарила детям с нарушением зрения волшебные книги. По благотворительной акции «Книжки в подарок» передано 9 комплектов иллюстрированных рельефных книг в детский сад «Радуга», который посещают 140 детей с патологией зрения.
выведен из эксплуатации гидроагрегат номер 5 в рамках проекта по модернизации гидротурбин с австрийской компанией Voith Hydra. Это 11-й по счету гидроагрегат из 22. Таким образом, масштабный проект модернизации турбин приблизился к своему экватору. Модернизированные либо находятся в процессе модернизации половина всех гидроагрегатов, предусмотренных в контракте с австрийским концерном. На протяжении 2018 года на станции в рамках контракта с австрийским концерном Voith Hydra велась работа по модернизации 5 гидротурбин. Новые турбины имеют увеличенную мощность, КПД и срок службы. Наработанный в ходе реализации проекта опыт позволил оптимизировать все организационные и технические процессы. Сроки замены гидротурбин сократились более чем в 1.5 раза. Оптимизация затрат по одному агрегату составляет более 70 миллионов рублей. Саратовская ГЭС – площадка по отработке пилотных и технически сложных проектов. Среди самых крупных – проект реконструкции зоны переменного уровня, проект внедрения системы группового регулятора активной и реактивной мощностей, проект реконструкции межшпоночного пространства, проект использования мобильных решений в оперативной службе, проект реконструкции систем шин и поддерживающих опор на открытых распределительных устройствах 220 кВ, проект реконструкции верховых откосов и грунтовых сооружений. Эту сложную и почетную роль коллектив станции выполняет на протяжении последних лет. Проект системного характера, опыт их реализации распространяется на другие филиалы «Русгидро».